Там еще можно вложить деньги, получить ликан. Почему-то вспоминаю пукан. Зачем так назвали ликан? Хельсинг нормально. Хотя он бы привлечь за использование. Чужого бренда. Один там Хельсинг, другой что-то связанное с... А третий ликан нам не светит. Мы денежки не вкладываем в игру, но не гордимся. Играем за счет тех, кто вкладывает денежки. Как-то слабо. Что-то последнее время долго ждать боя приходится. Особенно на начальных уровнях. Благо здесь роботами заменяют бойцов невидимого фронта. Все убежали играть в королевскую битву разных интерпретаций. Бросились World of Tanks. Какие хорошие. Как ты. Подписывайтесь на наш канал. В Гамериуме. Сейчас называется Гамериуме. Потому что это название у нас сопрут. Что-нибудь еще придумаем. Воронь.
Ура! Мы на вершине пищевой цепочки. Ура! Почки. Но мы сделали все, что могли. Пригласили своих друзей в Фейсбуке на страницу World of Tanks Blitz. Чем можем? Не пытайтесь повторить это дома. Такие клипы. Сразу все бегут, захват вообще погибает. Быстрой смерти есть плюсы. Например, можно спокойно наблюдать за боем, осознавая, что от тебя уже ничего не зависит. И ругать свою команду. Какие они нерасторопные. Кто-то играет. Дурой ходи. Дурой. Теперь он первый танк.
советские цепочки. Зачем убрали выдающий первый танк? Имповый такой был. Сейчас. Максимально. На уровне.
Теперь мы вниз пищу. Круизер 2. Британец первого уровня. Почему? Вот не угробит нас, мы можем посмотреть, как другие играют. Не надо. Так бы сидели в кустиках. Зачем? На передовую. Не надо. Ужас. Там стреляют. Не надо. Все. Решили прогуляться. Зачем вы сразу в пекло там есть?
чем там ждет
нажал на кнопочку, хотел посмотреть, как вот тут играет, а мы тоже и переместиться не получилось. Вот такая неприятность. Мы тоже умеем в спину стрелять. С нас классности первой степени. Больше опыта за бой, чем средний максимальный опыт за неделю у 95 игроков на данной технике. Теперь по опыту. Это хорошо. Опыт это хорошо. И по прокачке экипажа. Хотя World of Tanks нет экипажа вообще. Такая неприятность. В Блице. В Блице нет. World of Tanks есть, а в Блице нет. Даже казарму убрали. И сверки. И лично все. Какой ужас. Теперь на мародерчик катаемся. Вот он. Мародерчик. Средний танк. Мы думали, это легкий. Оказался средний. Послушай. Заработали. Событие было. Какое-то. Нужно было мучиться. Потом что-то. Деньги вкладывать, докупать что-то. Теперь все события платные. Нищеброды. Не должны кататься на элитных танках. Почему так считают разработчики, владельцы игры? Почему так? Раньше или платил деньги и сохранял время, или не платил деньги и тратил время. Время же деньги, и все было нормально. А теперь надо платить за то, чтобы ночами играть, мучиться, тратить свое здоровье, деньги, чтобы потом не со 100% гарантии получить Супертанк. Ликан. Какой там. Средний и тяжелый. Круто. И ничего не тратить, кроме своего времени и здоровья. Драгоценного. В теперешних событиях нужно и время, и деньги тратить.
как сказал Капелька, в венгерском фильме, комедии. Или нотации, или штраф. А и то, и другое слишком жирно будет. Взял у гаишника венгерского. И отобрал деньги. Когда тот стал нотации читать. Что так нельзя, надо соблюдать правила. Какие тут правила, если едешь на мародёре, понимаешь? По пустыне. И гробишь танки. Ай, вот зачем он ушел от нас? Хат. Из-под выстрела. Стрельный гад. Упс. Нифига. Видите, теперь для идиотов показывают. Шурация на танке. Теперь подсвечивать. Пробьешь ты, или не пробьешь? А нам это не помогло. Стрельнули. Вроде бы гусеница. Подсвечена красным. Они пробили. Судьба. Индейка. Три танка. Заходите, если что, подписывайтесь, расшаривайтесь, комментируйте. Ну все. Пока.